Я создал свой сервер в Майнкрафте. Первым режимом я сделал лайфстил. На сервере нет приватов. Если тебя убивают, то человек может высосать из тебя сердце. И тем самым образом на сервере может быть человек с 60 хп. Есть много разных активностей в виде навыков, царя горы и многое-многое другое. Сервер работает прямо сейчас. IP uberblock.ru. Так, кит, все. Стартовый набор, вот кексик GK здесь на месте. Let's go. Прям сейчас заходи, uberblock.ru, IP. Играй. Ребята, это лайфстил. Тут, короче, нету правил. Вас могут... Что с вами только не... Смотрите на третьего чувака, видите? 60 хп взял уже, чувак. 60 хп взял. И, короче, смотрите, следующее. Скоро. Если мы хитнем значение 100 игроков онлайн одновременно, в этот же момент начнется разработка для чуваков, у которых есть уже 60 хп. Ну, максимальный хп, это престиж. И в итоге вы теперь сможете обнулиться и получить... Потихоньку будете собирать сил. Расскажу такие, окей, какие планы будут? Когда мы сделаем престиж, после престижа мы начнем делать, такую затравочку скажу, мировых боссов. Это означает, что будут просто ебейшие существа, кастомные. И, ну, и интерфейс тоже весь кастомный тоже будет. Мы ресурс пак подрубим. И будет огромный мировой босс какой-то крутой, у которого будет невъебенное количество хп. И с него можно будет фармить фрагменты. Ну, в зависимости от того, какой вы урон нанесли, значит, вы в каком-то количестве в топе. То есть на какое-то место в топе занимаете. И вы получаете какое-то определенное количество фрагментов. И, соответственно, за эти фрагменты вы сможете крафтить кастомный нереальный сет. И также будет, вы потихоньку после каждого престижа тоже будете часть сета собирать. То есть, допустим, сначала будут ботинки, потом поножи, потом нагрудник, потом башка, потом кирка. Вы поняли. Вот. И я думаю, что на все, на весь престижный сет вам нужно будет угрохать 10 престижей. Это 600 хп. И когда вы будете сбрасывать престиж, у вас будет сбрасываться все. У вас будет сбрасываться, все скиллы будут сбрасываться, все сердца, естественно. Ну и даваться приколы. Короче, планы, вы что делаете? Это что такое? Это что за гадость? Что вы тут делаете? Короче, все, я начинаю выживать с нуля. Но для себя, ладно, так уж и быть, куплю один прайм кейс. О, ключ, кейс. Да, поехали. Одно открытие. Один предмет забираю, все. И я думаю, что еще мы сделаем царь горы по этот, почаще. Я не помню, какой таймер у царя горы, но сделаем почаще. Элитры! Блять. Тотем. Блять, охуенно, жезл продажи. Вау, как мне нужен жезл продажи-то сейчас. Кстати, а что он не переведет? Ну ладно, не важно. Ну короче, все, я начинаю выживать, поэтому я рандом ТП прям с самого начала. Ух ты, ладно. Кто первый прибежит, получит подзатыльник. Все, у меня сейчас задача как можно проспидранить Майнкрафт. Слушай, оно всегда вот таким, как будто текстура другая была, нет? У тропического дерева. А, это потому что... Так у нас же вообще кастомная генерация, я вообще забыл. Мне нужна еда. Магазинчик. Проблем с едой не будет. Ну, деньги были немножечко, могу себе позволить. Я думаю, я себе уже на год вперед нафармил дерево. Больше дерева не нужно. Интересно, я смогу найти... Бля, ну у меня спавн вообще реально ужасный. У меня же есть... Кстати, я дёпнул себя? Я, по-моему, себя дёпнул. Я больше не оператор. Но зато у меня есть... Франк, поэтому я могу себе вот так портативный верстачок и поплыл. Ух ты! Ебать, кастомная генерация крутая, смотри. Пирамида. Тут мясо одно. О, нихрена генерация крутая. Мясо плюс этот. Какая-то пирамида вообще кончена. Бля, там много мобов, я слышу уже. Бля, где? Бать, я впервые реально это вижу. Это круто. Выглядит. О. Стоп, что? Ёбен. Нихуя себе. А, я самое главное забыл себе сделать. Работа, исследователь. И задание возьмем какое-нибудь. Задание... Квест убийства. Сука, блядь, ты чё, еблан? А чё тут Гвардиан делает? Чё за хуйня? Ёбаный урод, блядь, на Гвардиане, сука, я пересрал. Слушай, а если я слэш-хилл пропишу, меня он берет? А, стоп, в смысле, у меня же... Я бессмертный. Почему у меня слэш-хилл? Бать, я себе забыл... В этот, пиздец. Мне плохо. О, нихрена баннеры красивые. Бля, мне молоко надо. Чуваки, пожалуйста, в аукцион дайте молоко. Срочно ведро молока дайте. Желательно пару штук. Почему эта херня вообще вылезла? Это задание, что ли, было поэтому? Или... Нет, ну не задание, потому что этот... Я награду забирал. Потому что я только взял эту задачу, и у меня сразу пам. Я готов у вас купить прямо сейчас ведро молока, пожалуйста. О, спасибо. 5000 за... Нихуя... О, спасибо. Она добудется? О, добылось. И все мобы.
нет, сейчас скример будет. Блять, а что эта хуйня там делает? Бля, у меня стрел нет. Сука, стрелы продайте, пожалуйста. Сука, эту хуйню убить надо, блять, она же... Сейчас на весь экран хуярит, блять. Бля, а что она вообще тут забыла? Ебать вы... О, ну я возьму на всех случаев, потом пригодится. Бля, почему это... Я заберу это. Одна стрела за 5 долларов! Беру. Я сейчас агрю моба. Сука, блять! Урод ебаный, блять. Ух ты, гандон ебаный, блять. Блять, его убить надо. Сука, умрешь? Это сука, что с сервером? Блять, нахуй это все! Ну, блядь, ну что это за хуйня? Он просто вот так подходит. Не хочу этот данж, блядь, войду в новое место. Блядь, ужас просто. Кто на сервер придумал? Дебилоид ебаный, блядь. Все, новое место ищем. Безопасный какой-нибудь данж. Берем новое задание, лесорубство. Сейчас не будет скример? А, подожди, это шахтер, зачарователь, опыт. О, давай опыт. А, вы уже начали. А, я не могу, пока не выполню задание. Работа, исследовать. Все, я пожилой исследователь. Я буду получать деньги за то, что я просто путешествую по миру этому ебаному. Ну там реально такая пирамида крутая была, но я не ожидал, что там просто на каждом шагу скримеры будут. Я же опыт получаю. Точно, я борец, бля. Да. Бля, ну коровы, конечно. Пофармить бы эту... штучку. Лиса? Бать, я, кстати, впервые вижу белую лису. А как приручать? Рыбой? Нет, стоп. Что-то продают. Нихуя. Это чтобы незритовые, да, приколы делать? Вот это куплю. Сделаю себе топор. Железный. А, точно, лиса. Я же шорт сидел про лису. Что? Да, блядь! Фантомы, посмотрите кто-нибудь. Блядь, меня все пугает сегодня. Ужас, блядь. Димагор. Что такое? О, все стрелы, спасибо. Сундук спиздили. Подожди, нет. Понял. Значит, перемешан лишнюю. О. Сюда, проклятие утраты. Часики. А, ну ты возьми. По-моему, обсидиана мало вообще. Ни хрена, это ледяное дерево какое-то. У меня бардака мусора много слишком. Нет. Спосол. Карманная мусорка. Туру-туру-туру-туру-туру-туру. Давайте, зомби. Мне как раз опыт надо. Бля, очень много опыта падает с этого, с Вардена. Вардена прямо трахать надо. Там 10 тысяч опыта с Вардена падает. Но там, мне кажется, пати надо ходить. Варден еще. А можно какую-то такую крутую структуру, как была этот, у пирамиды? Как у чувака этот, до сих пор хп не уходит. Вы там уже 3 раза убили, мне кажется. Пойдем хасаним тут вообще. Только мы кругами, по-моему, летим. Дракона убили! Ебать, сука, да ебать весь день скримеры просто. Подожди, а когда дракона убивают, что ли, реально слышно на... во всем мире? Я никогда не знал, но просто я впервые застал, когда убили дракона, и я не убиваю его. Здорово, мужики. А что-то слабость ебаная, блядь. Я еще тут борец, ловкач, все вместе. Еще нужно придумать, где мне дом построить, чтобы вы еще не отхуярили меня. Чтобы не загриферили мой дом. Эти карлан... Опа. О, 12-й сюда, плюс 1 хпшечка. Это медведь или кто это? А, это в натуре медведь. А с медведя, интересно, сколько упадет? Или он меня убьет сейчас нахуй? Миша, бля, успокойся. Нормально, нормально. Бля, брат, успокойся. Ух. Ебать, я чуть не отъехал от него. Чуть-чуть еще нафармлю барса. Туда. Найс. Порох не будет лишним. Порох потом можем торговать. О, подожди! Кстати, интересно, есть энчант? Нет, это только... просмотр уровней. Ну, тогда сейчас забацаем этот. Мы забацаем... Блять, там блок лазурита был, который я не добыл. Бля, как обидно. Я, кстати, смещаю пизю, потому что у меня эта способность прокачивается. Я с меча буду больше урона наносить, чем топора. Ну, допустим, 9,7. Сейчас сколько будет? Ну, сейчас я прокачаюсь, я лучше буду прокачиваться. Подожди, а если все равно топором буду херачить? Пока что, ну-ка. Блять, да успокойся. 3,9. По-моему, столько же было, если это, нет? Тиходроп вовремя, чтобы мне этот не обнулился. 2000 сущностей. А, во, сори. Скорее всего, опыт из-за дракона валялся еще и пролагило. Или что там было? Ебать, 2000 NTT это нормально, на самом деле. Очистила. Не зря я поставил этот плагин. Я вообще не особо прям сейчас именно качнуться хочу. Я хочу прям, может, другое место реально найти для этого. Я найду другое место какое-то. То в снежном я ничего не найду. Обсидиан. Да, блядь! О, сакура есть. Ой, лазуритик. Аукцион. Окупаем. Спасибо. Пора складировать всякие приколы. Кстати, пользуйтесь пока бэкпаком. Скоро бэкпак будет только у випов.
Эффективность, ну похуй. Отдача, разящий клинок. Разящий клинок — это несколько мобов одновременно, пиздить? Ебать, тут красивая генерация. Ебать, я буду там жить. Тут вообще классно, смотрите, сакура. Вот эти вообще леса. Бля, кастомная генерация очень крутая. Кстати, может быть, кто-то не знал, но можно делать вот такие приколы. Оп. Присел на пол, бок. Как будто прям, знаете, дом для меня, я прям один должен жить, такой домик себе отстроить из березы и все. Бля, ну эти деревья как бы, как... ломать не хочется. О, вот эти маленькие можно посрубать. Ну, один где-то там сбоку порубим. Сколько тут березы, ёбин рот. Сейчас мистера Биста выебут, блядь, и мистер Бист будет в бане. А, или все, убили, все, его типа забанило, да? Ща, а что он этот, поднялось у него? А, там, наверное, антифарм-система, это предиктит, во. Я уже стак почти набрал, охуеть. Сейчас работа как бы лесоруб нужен. Не, не фермер, стоп, фермер, по-моему, да? Зарабатывать деньги благодаря культурам, нет. Во, дровосек. Все, был забанен из-за недостатка сердец. Все, сердечник умер, блядь. Царство небесное. Что такое звук, как мистер Дудец? Ебать, тут еще корни такие большие. Ну, слушайте, дерево нормально. Поехали строиться чуть-чуть. А лопата была вообще? А лопаты не было. Из золотого яблока взял лопату. Значит, подводники воспламенения. Да. Может, тут так прям... О! Может, реально внутри вот этого типа дерева? Вот так. Пам-пам-пам. Ебать, гениально. Строитель ЖК, заработай. У меня вот это, в ДНК просто, знаете... Строить есть. Алору, блядь. Кто загриферит, того убью. Бан пермач. Кто загриферит. Надо было сэкономить на этих углах. Ну ладно. Все, дом заебись. Правда, пол будет другой. Вот этот будет. Сэкономим немножечко. Мы, парни, не богатые. Чуть-чуть сэкономить-то надо на приколах разных. И сейчас мне просто в спину приходит какой-то грифер, блядь, говорит. Так. Ну, похоже, что у меня есть переносной. Сделаем такой. Дверь. Ну, красота, а! А что тут? Дом готов. Бюджетный дом. Самое главное, стильно и со вкусом. Блять, мне кажется, это самый неприметный дом. Самый неприметный дом. Бля, ну, чародейский... Ну, ладно. Я же дом поставил, да? Все, дом поставил. Опа, кто там ломает? Кто здесь, сука? Я же слышал. А, это овца. Ух, тут джунгли еще рядом были. Грибы какие-то. Сейчас, походу, будет мясо. Ой, какое мясо, еблан. У меня нету обмундирования. Сколько? 2000. Вот это придется купить. Бля, денег нет. Я уже наготове. Где-то будет атака сейчас. Бля, ну еда мне, в принципе, это не нужна, ну ладно. Сделаем. А, я второй лук еще выбил с этого. Да слушайте, раз у нас есть возможность, сделаем вот так. А железа у нас нету, да? Железа нет. Железо. Аукцион, есть что-то интересное? Изумруды. Ляпис лазури. Золото, книги. Стейки, которые можно купить. Круто придумал. Золотое яблоко — хорошая вещь, на самом деле. Вот это мне бы выкупить. Блин, круто. Надо за железом сгонять. Ух. О! Вот здесь можно найти сейчас железо. Поехали. Что-то слишком мало тут железа. Бля, я сейчас захлебнусь, ёбаный рот. Дебил! What the fuck? Нормально, 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 нормально. Блять, надо верхнюю сломать. Подожди, я вот так же могу? О, все. Выполз. Так, мы, короче, собрали 9 этого. Надо домой. Вот домой. Все, приватизировал себе печечку. У меня угля нету, да, по-моему? Уголь продается? А нахуй у нас дерево столько? Тащечки потратим. А, работа, 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 работа. Шахтер. Хотя, подожди, мы сейчас в этот... Мы будем сейчас искать... Нет, мы не будем искать. Мы зайдем в магазин и купим обсидиан. Как это, на 12? А, ну, да. Все. Кайфом. Так. Все. Ну, хотя не все. Я не фулл рейди. У меня вообще золото ноль, да? Ну, вот такое есть. Значит, проклятие утраты, это значит, что когда... Это не, это не проклятие несемность, это другая хуйня. Поэтому нормально. What the fuck? Эй, что с верстаком? Бля, верстак открываю, залагивает. Надо теперь разбираться, почему такая хуйня происходит. Бля, подожди, я реально открываю верстак. Это вообще из-за верстака или в целом? Сейчас должно кикнуть, по идее. А, бля, у меня дырка тут. Понял. О, все, найс. Кстати, кто с пиратки играет, если вы вдруг во время этого... Значит, это чувак был. А, это что ты? Короче, если вы вдруг с пиратки играете, у вас там может автоматически законнектить, чтобы не вводить по новому пароль постоянно. Ебать, рыбы тут. Сейчас сколько с утопленника падает, интересно? Какой у тебя хп вообще, братик? 20 упало. Думал, вообще много упадет. Так, мне нужно домой. А я тут. Ничего не надо. Кстати, если что, у меня есть привилегия крутая, поэтому я пишу P-Time. Дэй. Когда на сервере ночь, у меня день, мне похуй. И также с дождем. Алло. Да, здравствуйте. Сейчас я последний вот рестарт делал, так что... И сам делал? Онлайн весь зашел. А, у нас 26... Мы работаем максимально сейчас стабильно. О, сейчас вообще охуенно. Ну, попробуй. Поломай блоки, я не знаю, что не поделать. Ну, не, сейчас я чувствую, да, просто... Я просто думаю, что... Ну. Как будто кто-то в этом... О.
Админ, это ты? Нет, с подключением была какая-то странная хуйня. Разберемся. Будем смотреть это. Но вот я пофиксил все настройки. Пару параметров еще тоже добавил. Сейчас хорошо. Так что всем, кто на стриме, не переживайте, если что-то там лагает, еще что-то, мы занимаемся. Вот. Да. Результат вам нужен. В реальном времени все. О, кстати, они нормально пиздец. Эти. А, ну, у меня же ночь, блядь, просто этот день у меня. Типа, я думаю, хули они забыли. А что это день? Ты себе поставил время, что ли? Ну да, у ранга бессмертной есть возможность. Да, я понял. Да, я понял. Тебя сейчас фантом убьет. Не убьет. Я его поймаю сейчас. Так, все, ладно, я если что, на свете. Окей, давай. Все, сука, мембрана здесь. Надо элиты. Все, короче, пошли этот фармить. Сделать дыру, конечно, надо. Да похуй. Так, я надеюсь, я не карлански делаю. Нормально? Допустим. Ну, бывает такое, да. Так, зачаровать на что-то крутое надо. Плиз. Эффективность. Уа, let's go, эффективность 1. Диспосал. Мы выкидываем вот это и вот это. Ну, но это будет конструкция здесь стоять. Это будет опозначить... Как эта штука? Опознатительный знак моего дома. Чтобы меня точно загриферили, все спиздили нахуй. Я вроде как готов отправляться нахуй. О, смотри, реально, как оно прям ох, как круто лагает. Ай, блядь, хакт, молодец. Ай-яй-яй, что он делает, блядь? А, у меня денег нет, ладно, поменьше. Я сейчас точно построю нормальный портал. Тихо. Что, паук убил скелета? Блядь, сейчас же ночь, я просто, у меня день, я не понимаю. Блять, хватит кошмарить! Бля, ну чуваки, ну все, хватит, это же не смешно! Бля, взорви нахуй все. Давай. Все, заводи, Вася, блядь. Че, Майнкрафт собрался проходить? Ебать, телепортуло моментально! Дэйм! Set home. Ад. Из-за того, что у меня привилегия, я могу несколько домов себе делать. И между ними телепортироваться. Мне бы, конечно, на удачу, Кирочку. О, надо еще этот. Glowstone. Вот сейчас проверим деньги, кстати. Ну-ка, добудем какое-то определенное количество блоков. И появятся ли у меня деньги? Может, надо там 50 штук каких-то условных. Ой, задание. Задание, шахтер, поехали. Ёб твою мать! Иди отсюда! Ебать, что? Вот! Кто-то в инвизе меня хуярил сейчас? Кто меня в инвизе хуярил? Сука, кто меня в инвизе хуярил? Бля, я даже не увидел, кто меня в инвизе хуярил. Блять, как там? Как домой, блять? Пиздец, блять. А где он в инвизе вообще был? Бля, пиздец. Загриферили ебаный рот, блять. И сердце еще спиздили. Где ты? Выходи, бля, очкошник на. И раз на раз видишь, бля. Бля, я его реально вообще не видел. Ебать, ну ты наглая вообще. Стримснайперская тварь, блять. Ты посмотри. В Незеритке меня... Я его пробить не могу! Пищец! А он что, не сдох? А он почему не сдох? Там реально такая защита в Незеритке, что ли? Сука. А как ты меня вообще в аду нашел? Я тебя нашел в обычной мире, а не в аду? То есть стрим-снайпер, да? Подожди. Что, меня грифанули, блядь? Ебать ты, черт. Бля, какой ты черт, нахуй, пиздец. Блять, какой черт. Все, дом загриферили, блять. Пиздец. Дом загриферили, охуенно, блять. О, Незеритка! Yes! Спасибо! Нихуя ты красивый. О, он совсем взорвал. Ебать! Карма. Ебать, тотемов сюда. Ну все, раскурочка пошла нормально. Сюда, все, я в Незеритке, нахуй. Теперь у меня 8 сердец, конечно. Теперь нужно каким-то образом больше нафармить. Это тяжело, конечно, будет. Бля, все, дом, нет смысла мне тут отстраиваться больше. Все, дома нет! Нету, все! Смерть!